Так, здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана. Я рада вас приветствовать на своем канале. Хочу сегодня пересадить вот этих красоток. Это эписции. Смотрите, какая красотка. Прелесть. Прям переливается. Вот это вот зеленая, прям классная. Вот. У меня их, в принципе, немного. Вот. Вот это вообще, смотрите, вот скоро зацветет, кстати. Здесь она, а это от нее пошла детка, ну, прям крупная. Но я хочу их прям вместе высадить, чтобы прям пушистый был кустик. Так, несколько я приобрела на свопе. Вот. Несколько мне прислали девчонки подарок. Так, да, я хочу их высадить. Высажу, наверное, вот такие стаканчики белые. Пока объем этот им будет нормально. Не знаю, кому нормально, по-моему, кому-то нет. Это прям крупная эписция. Я думаю, что ей что-то другое надо. Так. Ей, может быть, горшочек. Сейчас посмотрим. Вот такой. Вот, ну да. Подойдет. Ну ладно, посмотрим сейчас по корневой, по объему. Сейчас посмотрим. Так, пакетик. Пакетик. Пересыхают очень быстро, так что не успеваю, как бы надо уже пересаживать, считай, каждый день. Так, это вот она у меня без названия. Вот, перевалю. Здесь даже можно ее заглубить немножко. Так. Она не сломалась, да нет. Прям так хочу ее и высадить. Очень красивая, пышная. Так, может, у меня побольше горшочек? Даже не знаю. Все одинаковое. А побольше надо места. Побольше, ладно. Не хочу побольше давать. Думаю, хватит пока. Хотя растут они быстро. Так, надеюсь, мне грунта хватит. Чуть-чуть добавила торфа сюда, чтобы хватило. Здесь еще одна детка идет. Вот это я, наверное, ее вот так вот прижму. Вот так, да. Мне вот не нравится, что и это болтается у меня. Не знаю, палочку, что ли, ей подставить. Я-то знаю, что они как бы ампельные, их очень хорошо растут. Но я прям не хочу сейчас, чтобы она висела у меня. Так. Все. Вот. Дальше. Давайте вот эту малышку. Это молодильное яблочко называется, эписция.
Так, ну ее я, наверное, сюда высажу. Да. Так, а вот эту детку вот так вот я прижму. Смотрела недавно видео Ирины Беловой. Она тоже пересаживала свои эписции, черенковала их, омолаживала. Очень красивые эписции у нее тоже. Вот. Она тоже вот так вот делала. То есть не отрезала вот этих деток. И прям... Я решила так же сделать. И они прекрасно, не отсоединяясь от мамки, укоренятся. Вот. Все. Сейчас немножко подсыплю, чтобы не видно было. Вот такое. Так. Вот. Это я, наверное, не смогу. А, прилепится. Да, отлепилась. Молодильное яблочко. Дальше. Вот такая красотка зеленая. Очень красивая. Вся в корнях, тоже стаканчик. Смотрите, вот здесь снизу прям детки пошли. О, видите, какая вся в корнях. Так. Тоже я ей дам вот такой стаканчик. Тоже зацветет скоро. Посмотрите. Два цветоноса. Дальше. Так, кто у нас? Это Ника Вулкан. Да, это я на свопе покупала. Здесь пенопластовые шарики. Не хочу их в свой грунт. Я одно время пользовалась пенопластовыми шариками для фиалок. Честно говоря, очень сильно пожалела. Я от них до сих пор не могу отделаться. Ну, друзья, в квартирных условиях пенопластовые шарики — это просто, как вам объяснить бы, это просто... Везде будут они. Это невозможно от них просто отделаться. Я уже не пользуюсь ими давно. Но они меня до сих пор преследуют. Так что я сказала, что все, пенопластовые шарики — это не для меня. Хотя, в принципе, неплохо разрыхляют грунт. Как разрыхлитель, да, все хорошо. Для фиалок замечательно. Но нет, друзья, если бы где-нибудь, да, в частном доме, в теплице, другое дело. Но в квартире это нет. Так, сейчас я попробую название отклеить. Угу.
красивая. Писцы. Так, друзья, у меня проблема. У меня нет грунта. У меня кокосовый субстрат. Грунт закончился. Жду, пока придет. Ну, что делать? Придется в следующий раз пересаживать. Я надеялась, что хватит. Даже торф немного добавила. Вот, но, к сожалению, не хватило вот для этих красоток. А в чистый торф сажать? Нет, я чистый торф не люблю. Он это... В моих условиях он пересыхает моментально. Так что уж извините, что я пересадку не закончила. Ну что ж, бывает. Потом тогда уже получу на днях. Ну уже, в принципе, он пришел. Надо забрать и подготовить. Вот, то есть там брикет. Там надо замочить его. Вот, ну, я думаю, многие знают, как это все работает. Так, ну ладно, что поделать. Что успела, пересадила, на что хватило. Вот такие красотки у меня. Очень они мне нравятся безумно. Кстати, уже многие будут цвести. Вот это тоже зацветет. Да, классно посмотреть, как кто цветет. Вот. Ну, на этом тогда я заканчиваю, друзья. Желаю вам всего самого наилучшего, мира, добра, здоровья. Заходите в гости. До свидания.